Полицейские задержали 31-летнего казанца по подозрению в серии имущественных преступлений. По версии следствия, мужчина похитил детскую коляску и велосипед. Поймать предполагаемого злоумышленника удалось благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Их записи посмотрела Айгуль Бадрутдинова. Одно из первых заявлений о пропаже велосипеда поступило в отдел полиции еще в конце апреля. Потерпевший оставил двухколесную технику в подсобном помещении жилого дома по улице Сабан. Для безопасности даже повесил навесной замок, но это никак не остановило предполагаемого злоумышленника. Сумму ущерба заявитель оценил 10 тысяч рублей. Кроме того, с места происшествия была изъята запись, сделанная камерами видеонаблюдения. На ней видно, как злоумышленник выносит из подъезда похищенное имущество и уезжает в неизвестном направлении. Благодаря камерам подозреваемого задержали в короткие сроки. Свою вину он отрицать не стал. Кроме того, выяснилось, что незадолго до этого мужчина украл детскую коляску. Следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», продолжается. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Велосипед изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу. Айгуль Бадрутдинова, Айрат Назипов, вызов 112.